С веселыми песнями и зажигательными танцами сегодня в Керчи открылась осенняя сельскохозяйственная ярмарка, на которой свои товары представили производители из разных уголков Крыма и даже материковой России. На оптовом рынке сегодня негде было яблоку упасть. Жители Керчи скорее спешили наполнить свои сумки свежими товарами по низкой цене. Ассортимент приятно удивил своим разнообразием. Овощи, фрукты, рыба разных сортов, консервы, мясо, колбасы, хлебобулочные изделия – все это можно было найти сегодня на прилавках. Судя по тому, что люди есть, значит, здесь дешевле. Заглянула на ярмарку и руководство города, глава городской администрации Сергей Писарев и глава городского совета Лариса Щербула. Представители местной власти проинспектировали цены на продукты и пообщались с керчанами. Так вы скажите, дешевле или нет? Вас устраивает эта цена или нет? Нормальная. Ну, я всегда говорю, что не нам оценивать те действия, которые проводит администрация, а жителям. Вот посмотрим, сейчас походим, то, что жители услышим. Ну, вот первое впечатление, то, что цены действительно дешевле, чем ежедневно на базаре. Ну, и ярмарка это всегда, вот, хотя сегодня слышу здесь пожелание, что давайте будем такое делать еженедельно. Нет, ярмарка все-таки это праздник, и необходимо его проводить вот совместно с культурной программой, чтобы это было искупились, а и отдохнули. Наша съемочная группа решила поговорить с керчанами и узнать, действительно ли цены на сегодняшней ярмарке ниже, чем в обычные дни. И разнообразие большое, и цены пониже. Глаза еще разбегаются. Я бы не сказала этого. Даже дороже центрального рынка, особенно овощи. Да? Да. Единственное, конфеты дешевые. Это да, и яблоки. Ну, нормальные цены, нормальные цены. Ассортимент хороший, все свеженькое видно. Так что проводите ярмарки, это хорошо. Помимо стоимости товаров, глава городской администрации Сергей Писарев отметил и состояние подъездной дороги к рынку. Есть претензии по дороге, и жители города правильно высказывают претензии. Невозможно нам на сегодняшний день заасфальтировать весь город. Ну, вы видите, какие работы сегодня по городу идут, масштабные по асфальтировке. И я задачу поставил в первую очередь сделать все дороги проездные. Эта дорога, которая вот сегодня мы все подъезжали и видели, ямы, вода, в ближайшие дни она будет подсыпана крошкой, выровнена, чтобы хотя бы можно было спокойно подъехать к рынку. А тем временем на сцене шел концерт. Керченские вокалисты и вокальные коллективы развлекали гостей веселыми песнями, а маленькие скоморохи зазывали толпу поучаствовать в конкурсах и просто потанцевать вместе с ними. Всего накупили и подарок еще получили. И подарок получили вот. От этого вот плясали мы там вот. Пели, плясали. Вот набор дали. И капустина вот еще. Видите, что мы заработали бесплатно. Следующую ярмарку руководство города планирует провести в преддверии новогодних праздников.